ну наконец этот день наступил. Сегодня первый день, как моя начальница повезет меня на важное совещание. Не знаю, что там будет, но в общем, что-то мы увидим интересное. И непонятное. Ну что ж, всем привет еще раз, только что побывал на каком-то предварительном голосовании. Депутаты куда-то там, муниципалитет или что-то типа такого. Не стал видео снимать, потому что слишком не то, что парень, как не по себе, куча народу, бабок, женщин. Ребята были очень голословны. Взял диктофон с собой, точнее все записывал на мобильный. Поэтому лучшие цитаты, лучшие перлы поставим в подкасте. Все, пойду в магазин, хочу кушать. Когда их резали. Держи, добавь.